Вы понимаете, что вы не можете думать сознанием? Ну, или вы будете так, что ой-ой-ой. Думает вас что-то другое. Посмотрите вот на эту этот рисунок. Как вы думаете, какая из этих картинок на трех уровнях – это мозг в трех разных состояниях? Какой уровень – это мышление? Верхний. Верхний. Абсолютно правильный ответ. Мозг горит, как лампочка. А как вы думаете, где человек решает сознательные задачи и действительно думает, что он думает? Это нижний. Да, средний – это он медитирует. Да, значит, соответственно, главное наше размышление происходит в тот момент, когда мы как раз не решаем никаких сознательных задач. Собственно говоря, эта сеть получила название, этот вот режим работы мозга, получил название дефолт системы мозга или сеть покоя.